Их история любви достойна экранизации. Филипп служил в зоне специальной военной операции. В марте прошлого года получил ранение. Лечение проходил в госпитале имени Вишневского. Тогда еще просто знакомая Екатерина навещала его. Чувства возникли сразу. Как и полагается настоящему мужчине, Филипп все взял в свои руки. Пришел с цветами, с большим букетом белых роз и спросил, будешь моей женой? Я сказала, да. Месяц назад у Филиппа и Екатерины родился сын Кирилл. После этого начались обычные хлопоты, связанные с оформлением документов. И тут молодую семью ждал сюрприз. Оказалось, что они стали обладателями 1,5-миллионного сертификата на материнский капитал. Церемония его вручения прошла торжественно. Поздравляем. Миллион сертификат на получение. Материнский капитал выдается с 2007 года. Изначально он полагался семьям, в которых родился второй ребенок. Теперь же сертификат можно получить и на первенца, рожденного или усыновленного с января 2020. Программа действует до конца 2026 года. На первого ребеночка мамочка может получить 587 тысяч рублей, а на второго ребеночка может получить сертификат более чем на 700 тысяч рублей. Материнский капитал индексируют каждый год, независимо от даты выдачи сертификата. Если же он не использовался или был потрачен частично, после индексации его остаток увеличится на установленный процент. Впрочем, Горбуновы говорят, что документ им пригодится. Молодая семья мечтает о доме. Уже даже посмотрели несколько вариантов. А мат-капитал будет хорошим подспорьем для того, чтобы осуществить эту мечту. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».